8 апреля прошел очередной семинар в рамках ритмологической школы, темой которого была клиника диагностика и лечение пароксизмальных тахикардий. Мы проводим семинары такие уже не первый раз и проводим их совместно с факультетом усовершенствования врачей Ижевской государственной медицинской академии. В этот раз присутствовало очень много терапевтов из республики, из городских поликлиник. Мы разбирали клинические случаи, конкретные клинические случаи, встречающиеся в практике врача, разбирали конкретные ситуации лечения, оказания экстренной помощи при этих довольно часто тяжелых аритмиях, как правильно себя повести, как правильно оказать помощь пациенту. Разбирали конкретные тактические ошибки, которые встречаются у врачей при оказании помощи. Очень много было задано вопросов, на которые врачи, мне кажется, получили адекватный и полноценный ответ. А в следующий месяц мы проводим очередное заседание школы ритмологической, где будем разбирать желудочковые нарушения ритма сердца. Приглашаю всех желающих к нам в клинику на этот семинар.